31 января Гитлер набросал обращение к германской нации. Он обещал за 4 года восстановить экономику, избавить крестьян от нищеты, рабочих от безработицы. Формально 30 января в Германии всего лишь сменилось правительство. Вместо одного рейхсканцлера появился другой. В реальности Веймарская республика больше не существовала. Немцы ликовали, и лишь немногие со страхом и волнением наблюдали за новым хозяином страны. Буквально на следующий день все переменилось. Стремительно складывался жесткий режим, в котором не только сопротивление власти, но и выражение сомнений в ее правоте было смерти подобно. Несогласные исчезали, зато число согласных множилось на глазах. Империя рухнула недавно. И не имея привычки к самостоятельности в поступках и мыслях, немцы жаждали надежной, сильной власти, которая избавила бы их от неуверенности и от необходимости самим определять свою жизнь. Даже если они и не разделяли взглядов вождя, то испытывали желание подчиняться. Неповторимая черта национального социализма – обилие послушных исполнителей, готовых подчиниться любому приказу. В стране осталась только одна партия, и народ восторженно за нее голосовал.